отпустили. Я пойду. Что с трамваем сделаешь? Сломаешь его случайно? Из него, знаешь, потом какие деньги платить придется. Нельзя. Как туристам тут заниматься и подтягиваться на поручни. Если мне из него потом такие деньги платить придется. Остановка Аргуновская улица. Следующая остановка – улица Цандера. Напоминаем, что во избежание получения травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Сандра. Следующая остановка – ВДНХ, южный вход. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Идите и держите за руку. Остановка станция метро ВДНХ.
станция метро ВДНХ. Следующая остановка ВДНХ, северный вход. Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Следующая остановка – Академия противопожарной службы. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Сейчас.
остановка Академия противопожарной службы. Следующая остановка Ярославская улица, 40-я городская больница. Уважаемые пассажиры, оплачивайте свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование социальных карт 2500 рублей. Следующая остановка – универмаг. Следующая остановка – площадь Академика Люльки, Центральная городская деловая библиотека. Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Академика Люльки, Центральная городская деловая библиотека. Будьте осторожны при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Следующая остановка – станция юных натуралистов. По требованию. Остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Просим вас заблаговременно готовиться к выходу из трамвая.
Ассоциация юных натуралистов. По требованию. Для подачи сигнала водителю нажмите кнопку на поручне. Следующая остановка. Институт иностранных языков. По требованию. Остановка производится только при наличии пассажира на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Остановка Ростокинский проезд. Будьте осторожны при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Остановка Богатырский мост. По требованию. Будьте внимательны. О выходе на остановочном пункте необходимо заранее предупредить водителя, нажав кнопку на поручне. Следующая остановка – Богородский.
Троицкий храм. Следующая остановка – университет РАО. Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Следующая остановка – первая прогорная улица. Остановка находится на проезжей части дороги. Следующая остановка – объединение ЛИД. Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникета. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Номер 11. Автовылет как раз идет. Потом покатаемся.
Пойдем. Да? Пока. На что? Следующая остановка. Мосгорсуд. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. Следующая остановка – улица Хромова. Земля.
остановка станция метро Преображенская площадь. Будьте осторожны при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Следующая остановка – Преображенский рынок. Кажется, были здесь. Да. Здесь же мы метро искали. Какое? Сухаревское. Здесь мы на него сели. В этом районе. Не похоже. Остановка Преображенский вал. Ну как вы видели? Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда.
Остановка Преображенский вал. Следующая остановка Измайловский вал. Уважаемые пассажиры, оплачивайте свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование социальных карт весом 1000 рублей. Железная дорога. Я уточню, как эти платежи будут проходить, как их будут компенсировать. Просто если и пей. Следующая остановка. Да, то я уже станция метро Семеновская. Налоговый его может договор обычный, или ты хочешь, чтобы как вот предприниматель? Следующая остановка станция метро Семеновская. Я не могу.
остановка станции метро Семеновская. Значит, ну вот я с ним переговорила, он говорит, что без проблем, он говорит, я могу только выступать, еще потом слова перезвонить. Следующая остановка – улица Ибрагимова. Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Остановка Фортунатовская улица. Уважаемые пассажиры, оплачивайте свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование социальных карт 2500 рублей. Осторожно при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Следующая остановка – мост окружной железной дороги.
Остановка. Мост окружной железной дороги. Следующая остановка – станция метро «Партизанская». Следующая остановка – главная аллея. Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаю, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Следующая остановка – галерея Измайлова. Уважаемые пассажиры, не храните проездные документы рядом с металлическими предметами и источниками электромагнитного излучения. Размагниченные и поврежденные проездные документы для проезда недействительны.
Остановка галерея Измайлова. Следующая остановка – Измайловская площадь. Уважаемые пассажиры, оплачивайте свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд – 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование социальных карт – 2500 рублей. Измайловская площадь. Следующая остановка. Третья Фантовая улица. Будьте осторожны при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Следующая остановка – Пятая Парковая улица. Следующая остановка – Седьмая Парковая улица.
Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. Следующая остановка – станция метро Первомайская. Следующая остановка – кинотеатр «Первомайский». Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Осторожно при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Следующая остановка – 13-я парковая улица.
Парковая улица. Следующая остановка. 15-я Парковая улица. Выход к центру имени Пирогова. Остановка 16-я Парковая улица, конечная. Свои вещи. На улице какой мой маршрут долгий, длинный. Маршрут длинный. Ну что, сейчас обратно на ВДНХ. Да, подожди, можешь справа встать от меня? Опять? Кстати, ничего, что мое лицо в кадр попало? Да ничего. Ты знаешь, я люблю попадать в кадр. О, гляди-ка. Вон он. Белый. Нет, это же служебный трамвай. Это же служебный, он всегда был здесь. Голубой, на котором ты хотел прокатиться. Я уже катался вчера. Ты же катался? Может, еще раз на этом? Или снова на Витязе? Mm-hmm. На каком хочешь? Да на любом. На любом? Нам уже в поликлинику уже идти надо. В поликлинику? Mm-hmm. Слушай, если мы на ВДНХ поедем, а тут на планерную, а мы не успеем. Давай, знаешь, как сделаем? Как? Можно давай... на МЦК доедем? Давай от Первомайской доедем до Планерной. Как это? А вот так вот, он же проехал через остановку.
метро Первомайская. Давай от нее доедем до планерной.